Амичи получили неприятный подарок к праздникам. На заправках снова подорожал бензин. Ценник на 92-й, например, вырос на 20 копеек. Так, например, АЗС «Газпромнефть» и «Топлайн» подняли цену до 33 рублей 85 копеек за литр АИ-92. А вот на заправочных сетях «Лукойла» цены остались прежними. Эксперты отмечают, рост цен на бензин в России перед Новым годом нетипичен и связан, скорее всего, с инфляцией и повышением налогов. Впрочем, могут быть и другие причины. Прошли договоренности на международном рынке между странами-производителями. Они снижают, как известно, производство, что с собой влечет сразу достаточно резкий рост мировых цен. А рост мировой цены, как правило, тоже сказывается на наши внутренние цены, как уже объявили нам наши регуляторы и министр энергетики, и руководитель антимонопольной службы, что рост цен будет, но он будет в пределах инфляции.